Привет, друзья! Захваченный украинский БТР-4 доставили в Россию для изучения. Кадры с бронетранспортером появились в соцсетях. Технически сам БТР не представляет интереса. Военных заинтересовала электронная начинка машины, так как БТР-4 собран с учетом стандартов НАТО и содержит электронные компоненты Альянса. Разработка БТР-4 «Буцефал» была начата Харьковским конструкторским бюро машиностроения еще в 2000-х годах и являлась первой полностью собственной украинской разработкой в данной области. Выпуск бронетранспортера сопровождали скандалы, так как в некоторых корпусах были обнаружены трещины. БТР-4 разделен на три отделения. Первое отделение – управление, место для водителя, стрелка и командира. В центре расположен двигатель. В корме – десантное отделение. На БТР-4 установлен многотопливный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость движения до 110 км в час. На воде БТР развивает скорость до 10 км в час. Бронетранспортер может перевозить от 7 до 9 пехотинцев в полном боевом обмундировании. БТР создан по американским стандартам комфортабельности и оснащен двумя кондиционерами. Вооружение БТР-4 – 30-миллиметровая автоматическая пушка, 7,62 пулемет и ПТРК-барьер с боезапасом 4 ракеты. Это один из вариантов оснащения. Средняя цена БТР-4 – 1,5 миллиона долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.